Ну тут не вылезли 100%. Дивись. О, кусок траси немає. Вальнули. Це що, бетер, так? Ти бачиш, вони колону КамАЗів в'їбали. Ну, за чимось. Та ти що, диви. Диви, яка отдача була. Що... Один цей, бля, бай калон подивити. Калон, ти бачиш, а в тебе три цепи стрибали. Та ти що, їбай. Ковши з собою взяли. Діма, хлопці, от що осталось біля мого дому, блядь. Я в долгу не остався і не останусь, блядь. Оце їхні підараса, блядь, сука, техніка вся. От, пожалуйста, блядь. Сука, блядь. Прийшли, блядь, сука, до нас, підари йобаної, блядь. Щоб вам, сука, всім в аду горить, блядь. Підараси йобаные, блядь. Сука, я своей жизни не пожалею, блядь, на этих пидоров, блядь. Сука, гандоны. Это все вот возле моего дома, блядь. Гандоны ебаные, блядь. Я в долгу не остался, блядь, ребята, не остался в долгу. Вот что снег, блядь. Это вся улица Вокзальная, блядь. Это кадыровцы ебаные, блядь. Как пришли, блядь, сука, так и на тот свет ушли. Пидорасы ебаные, блядь. Вот что снег, блядь, поставалось, блядь. Вот что поставалось, блядь. Вот, блядь. Одни запчасти, пидоры, блядь. Гандоны ебаные, блядь. Это все в Буче, в Буче. Молодцы. ВСУ, молодцы. Вот что пооставалось, блядь. Вот это все Буча, в Буче. It's 28th of February, Kharkiv, Shevchenko Street, 12:40 p.m. And this is the place where yesterday Ukrainian military destroyed a column of Russian light vehicles that tried to enter our city. And you now see what happened to them. They are destroyed completely. So fully destroyed. And you see these zealoters like Nazis coming to our country and trying to kill and killing our children and women. And that is what like it looks inside. This will happen with all enemies who will come here and will try to hurt us. Just share these videos, please, so that any Russian soldier coming to Ukraine will see what will happen. Белыми этими, ты видишь, я зашел, типа, все. Ебать его в руку, посмотрите, вот это вот война где была.
по патронам проехал. Как надо съебывать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А не видишь, белые флажки повесили, что это? Понял? Что, ну, это... Ну да, ну, типа, это что, как они, белые флаги? Ну, сдаются. Да, да, да. И это было вот только что, да, я. Ну вот же 6 игр было, когда они... Только я не могу понять, подождите, это не российские случайно, это все, я помню. Миш, ну не смешно вообще. Так, стоп, ребята, тихо. Это же Россия, по-моему. Без номеров, без номеров. Без номеров, по-моему, Россия. Это не наше. Может, все-таки распиздять? Давайте отсюда нахуй съебаем. Да, я что где-то... Ты думаешь, что... Не, мне точно так, что ай-яй-яй. Бочку мне открутить. Пап, российская пап-машинка, 72-ка, та же самая херня, шмотки, бирки, наклейки, колбаса, о, бочка даже печатала, пломбир, бирочка, какие классные войска с бирочками, просто бомба, я солярочность не стырил, ладно, сейчас заведу эти две, свои. Ну, Пашек, чуешь, да, снимали меня, не царапал мне, кажется, не царапал. Так и мешок. Вот стоит, слышишь, что забыли. А, джесси, да, так что. Блин. Вот там сука. О, экипажу, блядь, во! Да, да. Украина вам покажет. Да, да. Заниматься. Копьё ебучее, блядь. Кто с мечом к нам пришёл, блядь, тот, блядь, и от меча, блядь, погибнет, блядь. Вот так вся улица вокзальная до самой Бучи, блядь.
пидорасы, блядь. Ребята, спасибо вам большое. Нельзя снимать. Все, я понял. Слава Украине! Так без 15.3 так шарахнуло, що аж підскочили. Ми вдома були, в укриття не ходили. Ти що, не страшно вдома бути? А куди бігти? Страшно? Ну нічого, прорвемося. Будемо жити, прорвемося. Андоня йобаний, блядь! Это все в Буче, молодцы, ВСУ, молодцы. Вот что пооставалось, блядь. Вот это все Буча, в Буче. Это все в Буче, блядь. Дима, хлопці, от що осталось біля мого дому, блядь. Я в довгу не остався і не останусь, блядь. Оце їхні підараса, блядь, сука. Техніка вся. От, пожалуйста, блядь. Сука, блядь. Прийшли, блядь, сука, до нас, підари йобаные, блядь. Щоб вам, сука, всім в аду горить, блядь. Пидорасы ебаные, блядь. Сука, я своей жизни не пожалею, блядь, на этих пидоров, блядь. Сука, гандоны, это все вот возле моего дома, блядь. Гандоны ебаные, блядь. Я в долгу не остался, блядь, ребята, не остался в долгу. Вот что снег, блядь. Это вся улица вокзальная, блядь. Это кадыровцы ебаные, блядь. Как пришли, блядь, сука, так и на тот свет ушли. Пидорасы ебаные, блядь. Вот что снег, блядь, поставалось, блядь. Вот что поставалось, блядь. Вот, блядь. Одни запчасти, пидоры, блядь. Гандоны ебаные, блядь. Это все в Буче, молодцы. ВСУ, молодцы. Вот что пооставалось, блядь. Вот это все Буча, в Буче. Это все в Буче, блядь.
Не понимаю, что. Слава Украине! Ага, все понятно, раз не здоровается. Скажи слово «поляниця». А чего не снимать? Кто тебе сказал, что видеосъемка запрещена? Конституцией Украины видеосъемка дозволена. Чи я в себе дома, чи я не можу снимать? Мені, дивись, мені хочеться дерева поснімати, дивись. Снімайте, мені снімати не треба, і техніку не снімати, а остальне снімати, що вам потрібно. Так як так? Ну от подожди, мені відключити той. Вот так от ми зустрічаємо, сука, русский мир. І так буде з кожним. Сюди глаза зав'язати йому. І так буде з кожним, хто прийде на нашу харківську землю. Вот ваши Russian, буквы Z-ки. Вот так вот вы будете каждый. Это видео для наших украинцев. Показываю, как пидорасы пизду получили от наших хлопцев. Полишали все, поуебывали. И для любителей, сука, русского мира, блядь. Які ви хотіли зустрічати, бляха. Отак вони їхали обстрілювати мирні населені пункти, вбивати наших дітушок. Уйобки, блядь. Покидали все, бляха. Все підари, блядь. Уйобували так, що, бляха, БК, крази, машини новенькі, пушка лежить. Це ще не все, це просто частина з цієї техніки, що вони кинули, бляха, ну дуже багато кинули. Повна деморалізація, повна. Повна деморалізація. Полонені розказують, що не знають, куди йдуть, воювати не хочуть. У них там бунти піднімаються. Можливо, десь є в нас проблеми в обороні нашої країни, але я думаю, що воно все налагодиться. Касапня получить пізди по повній програмі, бля, вони то Україна, їм буде згадуватися сотні років, бляха. Підари єбучі, бля. Для всіх слава Україні. Олег, дивись. Боже мой, що це? Боже мой! Що ти що? І це було вот только що, да, я. Ну вот же шесть этих было, когда они... Только я не могу понять, подождите, это не российские случайно, это все, по-моему. Миша,